Всем привет! Давно не виделись со вчерашнего дня. Я растапливаю воск. Вот тут два шпателя, надо их убрать. Чистенький шпатель возьму. Добавлю нового воска. Розовенького. Покажу какого. Уж очень мне он нравится. Такой воск. Такой классный пинк розовый. Воск для депиляции. Какие-то ракушечки здесь нарисованы. Вот. Чай пью. И чай пью. Обедать ходила. Сейчас переключу камеру. Пообедала уже в 4 часа. Народ был. Были сложные окрашивания. И я сегодня уставшая, вообще уставшая. Так, время 5 доходит часов вечера. Вот думаю, принять полтаблетки и пойти на занятия, что ли, сегодня. Даже не знаю. Я уже так давно не занималась. Неделю я не занималась. Потому что все болит. И у меня очень сильно стала болеть рука, вот это вот плечо. Короче, опять набираю вес я, сижу, чай пью, и на ночь я ем, и что-то вообще все грустно. Ничего делать. Поругайте меня, пожалуйста. Хотя бы, чтобы я на ночь не ела. Но я занимаюсь дома. Вечером занимаюсь специально растяжку. Я делаю. В общем-то, пока так. Вот все собираюсь. Собираюсь каждый день. То диван, то еще, то работа допоздна, то вот никак не соберусь. Смотрю расписание сегодня. Сегодня среда. Расписание спорттауна. Сегодня среда. На вечер. На 6 здесь все красненьким. Это не для меня. Красный — это продвинутый уровень занятий. Мне надо только зеленый. Желтый — это средний. А зеленый — это начальный. Нет, начальный с моими проблемами. И, в общем-то, в 7 часов желтый уровень, ягодицы, бедра, пресс. Это жесть, конечно, как-то я была, когда еще была здорова. Ягодицы, бедра, пресс. Гоняют, вот. И в 7 часов еще есть в другом зале, в йога-студии, актив-йога. Что за актив-йога, я не знаю, ни разу не была. Вот зелененьким. И в 8 часов есть стретчинг. Стретчинг — это растяжка. И вот я думаю, 8 стретчинг. Это я до 9 только буду растягиваться. Это я в 10 приду вечером. Так, а завтра что у нас? Четверг, пятница вообще выпадают. Тут какая-то база дэнс. База. Дэнс. Дэнс — это танец. Не знаю. А, терапевтическая йога. Завтра. В 7. Суббота только днем. Вечером ничего нет. Пилатес есть в 5. И утром йога. Я работаю. Весь день расписан. А в воскресенье. Стопа, здоровый позвоночник, стретчинг и стретчинг вечером. Ох, не знаю. Не знаю, что там будет вообще в воскресенье. Короче, мне надо ходить 4 дня подряд. Понедельник, вторник, среда, четверг. А выходные отдыхать. Смогу ли я так? Понедельник, вторник, среда, четверг. 4 раза, да? Многовато, наверное. Но это все входит в абонемент. А то, что я ходила еще индивидуальные занятия
700 рублей за занятие, 3 раза в неделю. Тити-мити. Как говорят, на деньги тити-мити. Ой, финансы поют романсом. Сегодня Алене залечили зуб. Отдала 5750. В общем, вот они, романсы. Не знаю, надо думать. Надо думать насчет занятий. Сейчас, может быть, что-то надумаю. Еще не решила, пойду я заниматься или нет. Но после обеда что-то у меня народу нет. И я здесь закрываю иглой капор. Сейчас я вам покажу, как получается. Вот, смотрите. Закрываю иглой капор. Вот так получается. Плохо, конечно, показывать без штатива. На работе у меня его нет. Вот. Вот здесь был разрыв. Вот здесь был разрыв. Вот. Вот. И получается вот здесь такая косичка. Вот незаметная косичка. Вот она. И это будет, сейчас я покажу, это будет у меня закрыто вот наверху капора. Наверху. Потом я буду набирать петли вот здесь и буду делать обвязочку. Я все потом покажу. Просто совершенно нет времени.